Я для себя, как только приехала, занималась этим вопросом, даже не потому, что это было лично мне нужно, а мне стало интересно, как обстоит сейчас ситуация, какая на рынке труда и также на рынке недвижимости. На кого есть спрос, какие вакансии сейчас самые популярные? Это строители, медики, бармены, провизоры, менеджеры с личным авто. Ну, все, я считаю, взаимосвязано. И строители, и то, что новые общепиты открываются, новые магазины открываются, то есть требуются и продавцы. Но, как правило, оплата там оставляет желать лучшего.